Всем привет! Впереди еще два месяца зимы, да и март в Среднем Поволжье холодный месяц. А значит, еще есть время освоить активные зимние виды спорта. Но чтобы потом не было мучительно больно, лучше сразу позаботиться о защите. В необходимости шлема на горнолыжном склоне сегодня мало кто сомневается. Мы разберемся с защитными шортами, кому на склонах они нужны, а кто сможет спокойно обойтись и без них, и на каких сайтах их можно купить со скидками. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Защитные шорты для катания на горных лыжах и сноуборде снижают риск появления травм и смягчают удары, которые приходятся на копчик и бедра. Кроме того, они дополнительно сохраняют тепло. В них комфортнее сидеть на холодном кресле подъемника или опираться на тарелочку бугеля, а сноубордистам сидеть на склоне в момент отдыха. Защитные шорты – почти обязательный элемент снаряжения для сноубордистов, от новичков до профессионалов. Они чаще лыжников падают при потере баланса или поймав задний кант. На сайте Decathlon мужские защитные шорты для катания на сноуборде, роликах, коньках можно купить со скидкой за 1599 рублей. Усилительные вставки из пеноматериала на бедрах, копчике, ягодицах защитят от ударов. Эластичная ткань и мягкий пеноматериал не будут сковывать движений. Шорты можно стирать в машинке. На том же сайте женские защитные шорты можно купить за 2499 рублей. Они защитят при падении, при этом выполнены из эластичного дышащего материала. Надеваются под брюки, поверх белья и легки в уходе. Их можно стирать в машинке при 30 градусах. На сайте Кант самые доступные по цене мужские защитные шорты стоят 3500 рублей. Они выполнены из мелкой сетки с комбинированными накладками толщиной от 8 до 12 мм. Кроме защитной функции, служат хорошим теплоизолятором во время сидения на снегу или пользования кресельным подъемником. Мягкие накладки поглощают энергию удара, а жесткое покрытие распределяет локальную нагрузку на всю накладку. На сайте Кафага защитные шорты можно купить за 2170 рублей. Раньше они стоили 3902 рубля. Они изготовлены из полиэтилена, обеспечивают хорошую защиту во время занятий спортом, подходят для катания на горных велосипедах, лыжах и сноуборде. Дышащая сетчатая ткань отводит влагу, обеспечивая прохладу и комфорт. Эластичный материал спандекс идеально подходит для человеческого тела и обеспечивает свободу движений. Самые недорогие защитные шорты «Унисекс» можно купить на сайте AliExpress за 1219 рублей. Они изготовлены с использованием хлопковой полиэфирной ткани и дышащей сетчатой ленты, мягкой и удобной в носке, которая гарантирует высокий комфорт во время физических упражнений. Хорошо защищают уязвимую талию, поясничный отдел позвоночника, бедра и заднюю кость при столкновениях и падении. Для рядовых горнолыжников, предпочитающих спокойное катание по подготовленным склонам, защитные шорты вряд ли нужны. Использовать их стоит только для дополнительной теплоизоляции, чтобы спокойно садиться на холодное кресло подъемника. Но для этой цели куда лучше подойдут утепленные шорты-самосбросы, которые потом можно будет использовать в походах и путешествиях. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами!